В этом году Ленинский городской округ не раз фигурировал в новостных спортивных лентах информационных агентств. Спортсмены из нашего муниципалитета с достоинством защищают честь Московской области на федеральных и страны на международных соревнованиях. Нам есть чем гордиться. Евгений Рылов и Иван Гирев – пловцы, воспитанники оздоровительного центра «Дельфин». Видновская мотобольная команда «Металлург». Игроки женского баскетбольного клуба «Спарта НК». И это лишь часть масштабной семьи округа. Я хочу всех поблагодарить за нашу совместную работу. Хочу поблагодарить все спортивное сообщество, которое, вдумайтесь в цифру, вмещает в себя 50 тысяч жителей, которые занимаются единовременно спортом на территории нашего муниципалитета. Благодаря вам, благодаря вашим достижениям и победам мы пропагандируем здоровый образ жизни. Мы стимулируем людей, чтобы они приходили и занимались различного рода видами спорта. Но представители власти не собираются останавливаться на достигнутых результатах. В округе продолжается строительство спортивно-оздоровительных объектов, чтобы еще больше людей имело возможность заниматься и профессиональным, и любительским спортом. Кстати, о последнем. Развитие массового спорта – одно из приоритетных направлений социальной жизни округа. Мы проводим и спартакиады городских и сельских поселений, продолжаем это. Проводим различные футбольные турниры. Ежегодно увеличивается количество людей и различных возрастных категорий, которые приходят в различные виды спорта. И сейчас хорошо у нас спорт подхватил проект губернатора активного долголетия. В рамках этого проекта в различных учреждениях округа открываются специальные секции для пожилого населения, где с ними занимаются профессиональные тренеры. Большой зал для занятий создан на базе дворца спорта «Видное». Спорт бывает разным, и танцы к нему тоже относятся. Хореографические коллективы Ленинского городского округа, так же, как и остальные спортсмены, показывают высокие результаты. Как в любом спорте, здесь тоже есть какой-то соревновательный процесс, и мы так же, как и остальные ребята, выступаем на различных фестивалях, на различных конкурсах по городу. Нас приглашают, значит, мы хорошо танцуем. Спортивные итоги уходящего года подведены. Самые выдающиеся спортсмены получили свои награды. Но работа не заканчивается. Отдыхать некогда. Год грядущий готовит массу новых масштабных спортивных проектов и соревнований, на которых представителям Ленинского городского округа предстоит лишний раз доказать. Всегда и везде мы будем первыми. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.